Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что впереди нас ждут великолепные и замечательные приключения! Как вы помните, мы продолжаем наше прохождение, и нам в этом всем помогает наша подписка Додзе. Да, ребята, подписочка Додзе, которую вы можете оформить навсегда у нашего подписчика. Ссылка на него прямо в описании к этому видео. Ребят, подписка прям имба. Обязательно обращайтесь к подписчику, и помимо подписочки Додзе он вам может сотый уровень аккаунта сделать, кучу баксов, мутагена, любую колоду из магазина, любого персонажа. Короче, будете играть и наслаждаться так же, как и мы. Все верно, а мы сейчас отправимся, попробуем пройти главу четвертую. У нас уже здесь 9-й эпизод, и здесь сложность 36-го уровня противники. Экспериментируем? Да, ребята, справимся мы или нет? Вот в чем вопрос. Вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А мы идем в бой, погнали! Погнали. Здесь у нас Фишфейс, и я видел Острозуба 36 уровня. Нам было сложно предыдущий эпизод, да, 8-й. Очень тяжело нам дался. Мы еле его прошли. Кто не видел, обязательно посмотрите предыдущее видео. А сейчас попробуем уже следующий дальше пройти. Так, ух ты, посмотри, а что они по одному Доне-то шарашат и так сильно? Надо лечиться, да? Да, ну надо лечиться, смотри, все хелсы сняли. 2/3 забрали просто, у Дони ничего не осталось. И сейчас мы, получается, почти впустую потратили лечение. Да, очень сильно, на самом деле, они атаковали Донателло. Меня это расстраивает. Да, ребята, ну вот минус один хотя бы у нас уже есть. Ваню, давай поднапрягись, 504. Дамаг слабенький, если честно, прилетает. Ну что-то да, как-то они немножко расслабились, наши герои, но я уверен, что они наверстают. Ну вот нейтрализатор у нас хорошо держится, держит удар, хорош, молодец. Так, 505 и Лео. Бабах! 442, да, слабенько. Нейтрализатор добивает. И Ваня Стиранка, давай, приложи хорошенечко свою руку. 504 дамага, еще один удар от Рокстеди. Я думал, что он добьет. Ну, кто же добьет? Кто же решающий-то урон нанесет? Донни волшебник. Донни молодец, справился, подлечился. Ну, как-то прям попали по нему хорошо. Очень хорошо по нему попали, а здесь маузеры. Противные маузеры эти. Но не лечащиеся. Но что-то они делают тоже нехорошее. Согласен, что это они точно запланировали, поэтому нужно от них, от первых, избавляться, блин, а? 3 атаки на одного маузера, ребята, это когда такое вообще было? Вот она, вот на первых атаках скорость, атаку понизили, ничего себе, это тоже немаловажно, если честно, ребятки. Согласен, и опять они Донни пытаются убрать из нашего... Опять по нему? Ну, да нет, ну тебя, что, зачем? Что вообще такое происходит у нас? Давай массовых шагов. Не, подожди, массовая нам нужна против 36-го левела, ты чё? Лечимся. Подлечиться обязательно, Леонардо. Используй свою способность. Так, ребятки, лайкусик ставьте. В конце у нас вообще мега жесткий файт будет. Ух, я чувствую, тяжело нам будет. Чувствую, да, потому что уже противники какие-то неистово мощные. Мы их долго пытаемся разнести. И, наконец-то, хотя бы еще одного разложили. Да, но нам нужно лывак качать, ребята. Нужно лывачок хотя бы на 2 уровня вкачать. Надо нам будет заняться этим делом. Такое нудное пропускное дело. Прям, ну, зато приносит хорошо возможность прокачку ступеней, способностей и персонажей. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Опять нам атаку понизили или нет? Нет, ну, пока не понизили, она хотел, и так была понижена. Да, хотел понизить, но не понизил. Так. Телепортнулся. Слушай, хорошо, что не по Донни бьет, а? Да, это по Донни, да? Отстань от него уже, крайний. Надо его тоже зафайтить. Сейчас мы их всех раскатаем. Чутка нам осталось буквально. Ваня, хил установился. Давай лечимся, потому что впереди-то финальная волна. Да. Фишфейс, кстати говоря, со Острозубом еще и вместе. Ну как так-то? 36 уровня, это очень мощно. Собрались они, и опять по Донни. Ты просто надоел уже, а? Надоел, вот так тебе, вот так вот. Минус атака, его просто разнесли, ребята. Отправляемся на 3-ю волну, Фишфейс. Хорошо, их хоть 4 здесь. Да, но а у нас... Массовая атака. На повышенной. Смотри, как мы их сейчас разнесем. О, по 1500 дамага. Слушай, еще у него меткость понижена, но я думаю, все равно стоит, да? Конечно. Жарим их по полной. Так, еще минус один. Еще одна массовая атака. Давай, Донни волшебник. Огонек, не зря мы твой припасли. Отлично, ребята. Практически минус все. Фишфейс сейчас добиваем 100%. И все, и победа. Изи катка. Изи, ребята, хорошо. Но здесь, видишь, прям помогло нам то, что у нас все массовые атаки были в
кармане, да, то есть мы тремя массовыми атаками практически их расфайтили. 100% это нам помогло. Так, смотри, у нас 10-й эпизод, как 37-го уровня. Уже на 2 левела нас мощнее противники. Это мощно, ребят. Ну, будем пробовать. Пробуем, да? Пробуем. Идем, ребята. И дальше надо будет ловачок подкачать, а то не пройдем мы. Да и мы здесь, возможно, уже встрянем, потому что, ну, действительно, уже противник будет очень серьезный. Смотри, как-то это он... Массовая? Ну, какая-то, да, была по леву, но в сторону. Да, вот это. А это по Ване стиранка была. Они по своим хотел ударить. Они по-другому не умеют, ребята, только вперед перед собой бить. Ну смотри, пока что не сильно нам прилетает, но двойную атаку активировал, засранец. Да, но они пока что не пользуются этим маневром. По одному пока что файтим, все-таки оставим массовые атаки, наконец, это очень и очень эффективно. Я думаю, у нас бы восстановились, если бы мы сейчас использовали, нет? Не знаю, потому что лучше не рисковать. Ну давай не будем. Долгий кулдаун. Но лучше не будем. Давайте не будем рисковать, ребята. Будем. Пока что хелсы у нас в запасе есть. Спешить нам некуда будем. Ой, тут урок, кстати, что-то хелсы подотняли. А вот мы-то как раз недаром двух хилеров у себя в команде держим. Да, а был третий у нас, да, получается? Нет, третьего так не и было два. Так, да, нам бы третьего, и с массовой атакой было бы просто бомбически круто. Надо, ребята, найти этого персонажа, который у нас и с хилом, и с массовой атакой. Напишите, кстати говоря, в комментариях, кого бы вы хотели добавить к нам в состав. Мы попробуем его выбить, потому что у нас уже большинство ДНК открылось. Да, у нас очень много ДНКшек есть, и мы будем стараться искать. Так, лайкусики не забывайте ставить, кто еще не поставил. Поддержите команду Detol. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Лего. Ссылка в описании. Вторая волна. Здесь опять вот эти вот приспешники Шреддера. Причем целая толпа. Кланфутовцы. Ну-ка по кланфутовцам бабах 600. Ну слушай, ну на повышенное... А, повышенная атака только сейчас активировалась у нас. Получается. Только активировалась, да. Так, ну что, мы в принципе вот этих двух... А, они начинают рок, кстати. Ну не сильно, 106. Да, не сильно. Пока что, ну подлечить, наверное, можно все-таки. О-о-о! 700 крит истощения, да вы что? Тихо. Да вы что? Ты, я ждал, сейчас порог, кстати, ударит. 500 бьет. И будет больно. Так, лечимся. Донни волшебник у нас хиллер, молодец. Так, ну, что-то слабенько подлечилось. Что-то даже не знаю, хоть второй хил используй. Ну, слушай, но... этот 700 дал, что вообще, откуда он взял? Бессмертный? Такой? Бессмертный какой-то, ну-ка ему 700 тоже в ответочку, отлично. Ваня, давай. Давай, Ваня, стиранг. Ай ты, Надя, чуть-чуть не хватил. А он опять поразил. Промазал. А второй промазал 106. Ну, это другое дело. Ну да, как он 700 выбил вообще? Откуда взялся этот, эти цифры, откуда взялись? Ну да, какой-то странный разброс от 106 до 700. Это да. Как вообще? То есть он вообще не попал, получается. Мимо промазал, считай. Согласен. Так, ну что, еще один луч? А, вот луч у него жесткий, да, получается? Да, луч у него. Надо нам лечиться. Ну, сейчас Лео будет ходить, и мы будем лечиться, потому что Донни мы уже хил заюзали. А здесь все противники очень серьезные. Здесь, во-первых, у нас Бакстер Стокман хиллер. Сразу надо его убирать. Сразу. Вот, массовую атаку срочно. Даже у нас хорошо, что две массовые атаки подряд. Сейчас бы еще бы Рок, кстати, атаковал. И было бы просто космически круто. Вот здесь. Давай добьем. Кого? Бакстера Стокмана. Попробуем Стокман. с мощной атаки. Ну давай попробуем. Давай, он будет лечиться. Ой, не добили. И все, и походу дело это была наша фиаско, да? Заруинили, ребята, надо было лечиться. Вот сейчас походу дело... Опа, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Если бы подлечились совсем, возможно, все по-другому пошло бы. Да. Ну ладно. Я думал, добьет Лео. Я надеялся на Лео, что он справится, но... Но Лео не справился. Ну, не справился Лео. Ну как так подвел команду, командир? А вот тебе точно надо лечиться уже. Знаешь, вот этот шанс упускать. Уже без разницы, мы проиграли уже. Все, не 3 звезды. Нам 3 звезды всегда нужно выбивать. Да, согласен. 3 звезды нам очень нужны, потому что... Ну, нужно максимум проходить. Да, эпическая колода, ребят, за 3 звезды прохождения обычного режима, нормального. Эпическая колода дается, между прочим, золотой персонаж какой-нибудь. Так, добиваем все-таки Бакстер Стокмана, не будем с ним больше возиться. Ну опа, да, хорош. У нас самые опасные это тигры, потому что тигра очень сильно файтит. Ну, он 37 уровня, на 2 уровня выше, чем мы, еще у нас пониженная атака. Да, у нас пониженная защита, а атака по нему... Ой, защита, да. Атака по нему и так понижена, потому что он, ну, мощный сам по себе. Так, я думаю, мы его добьем, и все. Да, могли бы на 3 звезды пройти, Ну, не знаю, добьет он сейчас Лео или нет, он сейчас Лео может добить. Нет, мы его добьем, и это победа. Да, это победа, ребята, но, к сожалению, потеряли Рок, кстати. Надо было его подлечить заранее, перед выходом. Чуть-чуть мы пропустили этот момент, чуть-чуть.
Ну, надо было вместо атаки Лео, надо было все-таки использовать хил. Ну, не факт, что а другого, помог бы. Другого момента у нас не было. Не факт, хил помог бы нам или нет, то это вопрос, ребята, это вопрос. Так, давай посмотрим, что у нас вообще, в принципе, происходит. Нам нужен трехзвездочный золотой персонаж, и нам нужен Лео ролевой. Да, очень нужен. А у нас ДНК? А, у нас ДНК очень мало. У нас 6 из 50, ты что, еще найти? Он же нигде не выпадает, понимаешь? Его смотри, только... у нас карай трехзвездочная получается. Карай? Карай, не карай, да, у нас трехзвездочная. Ну, карай, ты еще тот персонаж такой очень сомнительный, понимаешь? Ну да, если ее вкачать, ребят, не факт, что она будет лучше. Вот были бы у нас золотые бы, не крип с саблезубом, это было бы гораздо круче, потому что, слушай, честно, ну, они ни туда, ни сюда. Кстати говоря, крип неплохой золотой. Ну, а что у него? У него массовых атак нету. Он просто себя нейтрика, может сагрить только. Только если единственное, и у нейтрика лучшие атаки, если честно. Согласен, ребятки. Ну, вы пишите в комментариях, какого вы персонажа хотели бы видеть еще одного. Попробуем ДНК достать, потому что у нас, в принципе, здесь по ДНК вот как-то есть какая-то вероятность, что мы кого-то еще можем выбить. Да, ребята. А мы на этом будем заканчивать. С вами была команда Detol. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео с своими друзьями. Всем спасибо. Пока. Пока, ребята.